Победы. Спасибо Алексею. Слово предоставляется общественному деятелю Олегу Музыке. Встречайте. Дорогие друзья, каждый день надеются власти, что нас здесь станет меньше и меньше. Но нас здесь становится все больше и больше. Фашистская хунта, которая имела для прихода к власти в Киеве сумасшедшие финансы олигархические, поддержку гомосексуальной Европы. А мы здесь стоим только потому, что мы граждане свободного города, города-героя Одессы. И поэтому мы сделаем все для того, чтобы доказать, что мы славные потомки. И поэтому и 10 апреля, и 9 мая мы им это докажем. Сегодня у них нет возможности на нас надавить. Да, они продавливают через СБУ звонками. Да, они пытаются наших активистов запугать немножко. Но одесситы не боялись и не будут бояться тех, кто хочет их раздавить. А наоборот, мы сжимаемся все больше и больше в кулак. Поэтому сегодня мы пройдемся маршем по Одессе, в очередной раз докажем им, что Одесса не спит, Одесса просыпается. Как весна, как солнце, которое поднимается над Украиной. И эти обвинения в сепаратизме – бред. Бред. Это те, которые сегодня приложили максимум усилий для того, чтобы развалить Украину. Это при их попустительстве Украина стала меньше. Не при нашем. Это они опозорили нашу украинскую армию. А сегодня пытаются найти внешнего врага. И у них, как мне обидно, немножко получается. Их лозунги сегодня, да, притягивают на их сторону сторонников. Тех людей, которые не могут до конца разобраться.